Больше 8000 дорожно-транспортных происшествий произошло за 8 месяцев на дорогах страны. Больше всего аварий зарегистрировали в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. Полицейские бьют тревогу. На дорогах стали чаще гибнуть дети. Количество ДТП выросло в 10 регионах страны. С начала года на дорогах республики пострадали почти 12 тысяч человек. Чаще это мужчины. За этот период в авариях погибли 1500 человек. Из них 1000 мужчин, 433 женщины и 189 несовершеннолетних. Причем детей почти на четверть больше, чем в прошлом году. Все потому, что не все родители перевозят детей по правилам. До 12 лет ребенок должен находиться в автокресле или быть пристегнутым специальными ремнями безопасности, соответствующими его возрасту. При этом отследить, нарушается ли это правило, сложно. Задние стекла чаще всего покрываются тонировкой, и заметить непристегнутого ребенка сложно. Остановить машину и проверить, есть там ребенок, законодательно сегодня затруднено, потому что беспричинная остановка полиции запрещена. Надо призвать полицию, чтобы она работала больше. Ужесточить именно в этом направлении ее деятельность. В Министерстве внутренних дел говорят, у казахстанцев довольно низкая транспортная дисциплина. За 8 месяцев этого года на дорогах страны было выявлено 7 миллионов нарушителей. 15 тысяч из них были пьяными за рулем. 9 тысяч автолюбителей лишили прав. И это несмотря на то, что в стране установлены больше 19 тысяч камер «Сергек». Основные проблемы нам, конечно, приносят загородные дороги, а на них основным видом нарушения является выезд на полосу встречного движения и в результате этого столкновения транспортных средств. Таких ДТП, конечно, всегда присутствуют и пострадавшие, и погибшие люди. Кроме того, водители превышают скоростной режим, нарушают правила маневрирования и многое другое. Автоэксперты говорят, чтобы снизить детскую смертность, родителей нужно привлекать к административной, а при повторном нарушении и к уголовной ответственности по статье «Оставление ребенка в опасности». Ведь автомобиль – это зона повышенной опасности. И даже если родитель водит по правилам, другие участники дорожного движения могут быть нарушителями. Настя Новикова, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».